Get ready for the countdown. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Do you have any special talent? Всем привет, дорогие друзья, с вами Хьюго, и сегодняшнее видео по PD2 я расскажу вам про свой лучший дожбил, который я когда-либо создавал в этой замечательной игре. В общем-то, образовался у нас небольшой пробел в выходах видосов, то есть я уже примерно где-то 5 дней вроде ничего не выкладывал, ничего вам не сообщал, в общем, пропал куда-то в тень, вот, и многие из вас уже начали писать то, что не забрали меня случайно ли в армию. Нет, ребят, меня не забрали, и слава тебе богу, может, не заберут. В общем-то, я не ходил так долго из-за того, что у меня чисто всю неделю просто не было времени, тем более желания. Вот, а не было желания записывать видосы только потому, что у меня был дикий депресняк на основе семейных проблем, в общем-то. Я как бы не особо люблю делиться своими проблемами с окружающими, но вот скоро будет, в принципе, подкаст, я думаю, его сделать где-то примерно в понедельник-вторник, возможно. Вот, там даже будет повод на что это сделать, так что... Скорее всего, там будет возможность меня обговориться. Ну и заодно вы сможете послушать и узнать, возможно, что-то новое интересное. Так вот, возвращаясь по идею, в общем-то, сегодня я вам покажу просто отличный билд для доджеров. То есть для тех людей, которые раньше любили додж и, наверное, до сих пор его любят и даже и очень широко им пользуются. В общем, этот билд — это что-то просто уникальное. Это просто охрененная вещь, которая должна понравиться абсолютно любому хайстеру, который... Хоть как-то, но полюбил эту игру хоть в чем-то. В общем, этот билд, он просто уникальный. Он имеет множество различных вариантов. Он имеет множество сетов оружия. Он имеет несколько модификаций, то есть использование перков и скиллов. То есть это просто жесть, какой крутой билд на самом деле получился. И он прошел мою самую серьезную проверку билдов. Самую серьезную. С помощью него я прошел Hoxton Breakout на The Fish Pro в соло. Я такого никогда не делал раньше, и я просто был в шоке, то, что я вытворял на этом хайсте. Я просто убивал все, что движется, я двигался, я уворачивался от пуль. Просто жесть, на самом деле. Так что, думаю, ребята, этот билд вам понравится, и вы не скупитесь, соответственно, на Land Rover'е мне. В общем-то, давайте перейдем в инвентарь и подробненько посмотрим, о чем этот будет билд. Я буду, кстати, местами говорить и местами включать стенки, собственно, из моего гаража, чтобы вам показать некоторые основные детали. А так, все это время видео вы будете смотреть разные куски видео, которые я вам буду показывать различные сеты и модификации этого билда. В общем-то, давайте уже перейдем в основные ветки навыков и посмотрим, из каких веток состоит этот билд. Вот так вот выглядит ветка мастермайнда, инфорсера, техника, как ни странно, призрака и также немножко беглеца. Все эти скриншоты я выложу, как обычно, в свою группу ВКонтакте и также скину ссылочку еще в описании на сайт PD2Skills. Вот, и все эти скиллы, также весь этот билд вы можете найти там. Также можете скинуть своим друзьям и похвастаться им. Так вот, давайте по-быстрому побежимся по скиллам, потому что тут особо нечего такого, конечно, говорить, но некоторыми скиллами конкретно этот билд очень даже выделяется на фоне других. Так вот, переходя в ветку мастермайда, мы здесь что видим? В первую очередь это, естественно, Inspire. Я уже вам не буду говорить, зачем нужен Inspire для любого билда, который идет на Loud Heist. Вы и так все знаете, Inspire — это одна из самых главных вещей, которая вам пригодится на Лауде, тем более на Дефише. Вот, и запомните это раз и навсегда. Я же не буду перечислять, какими преимуществами этот Inspire владеет на ДВ. В общем-то, и ветки снайпера у нас, в принципе, все по стандартному. Это стрельба стоя, про-версия, и также приоритетная цель на базовую версию. Вот, переходя в ветку штурмовика, я тут решил немножко побаловаться со скиллами и добавить в, собственно, на додж билд немножко ноток танка. Вот, я прокачал тут загнанный зверь на про-версию в ветке охотника, в ветке танка я прокачал стойкость на про-версию транспортер, чтобы мы могли еще быстрее и более мобильно передвигаться со всеми сумками нашими. Крепкий решек, чтобы мы получали меньше урона, когда, допустим, мы подняли одного человека с помощью испара, и пока у нас идет 20-секундный кулдаун, мы могли поднять его своими руками, где-то примерно там вроде за 3 либо 4 секунды. Нет, скорее всего, наверное, будет 3. Вот, и во время этого взаимодействия мы будем получать с вами 50% меньше урона, если по нам будут попадать. Это если.
потому что у нас есть с вами Додж. Шок и трепет, базовая версия. И самое интересное в этой ветке — это меткий стрелок. В чем прикол этого вообще скилла и зачем он нужен? Ну зачем, точнее, я его даже прокачал. Мы с вами будем использовать такой замечательный костюм, как костюм двойка, и у него имеется всего лишь 20 единиц брони. Всего лишь 20. То есть это любой противник на дефише за либо выстрел, либо два будет вам сбивать его гарантированно, если попадет. Вот, но при этом, если вам его собьют, и вы кого-то убьете в голову с любого оружия, без разницы. Ну там, я не знаю, за гранатометов это считается или нет, но вы будете каждые 2 секунды этот пиджак восстанавливать. Каждые 2 секунды. Это вам поможет выживать просто в разы на ДВ. Так что этот скилл мне даже очень сильно приглянулся, особенно вот в таком вот додж-билде. Вот, а зачем я прокачал Шок и Трепет? Он нам будет давать резист к восстановлению брони на 25%, и не только нам, но и также нашим союзникам. А это очень даже хорошо. Вот, и также забыл сказать, что веткой падальщика я прокачал падальщик на базовую версию, чтобы мой радиус поднятия патронов был на 50% больше. Вот, переходя в ветку техника, здесь самое у нас интересное. Самое интересное и самое сладкое. В общем, я прокачал здесь только одну ветку, притеснитель. Вот, и здесь я прокачал вот такие скиллы. Мертвая хатка, про-версия, нокаутный выстрел, базовая версия, точный стрелок, базовая версия, оружие ближнего боя на про-версии, и также хирургическая точность на про-версию. Мертвая хватка, понятно, что тут нам дает точность и стабильность. Точный стрелок нам дает 12 точности при стрельбе от бедра, что очень даже, кстати, полезно. Вот, нокаутные выстрелы могут с вероятностью 5% застанить абсолютно любого противника, даже клокера, что очень даже иногда помогает, когда он на вас бежит. Оружие ближнего боя позволяет нам стрелять на бегу, и также при убийстве любых двух противников, используя пистолет, пулеметы, просто пулеметы, штурмовые винтовки, либо особое оружие, дают нам 60% к скорости перезарядки. Это очень даже круто. Вот, и также топовый скилл в этой ветке, именно хирургическая точность. Этот скилл просто божественный. Вы просто не представляете, насколько я балдею, когда я играю с этим билдом на дефише и понимаю, как этот скилл работает. Это просто жесть. То есть этот скилл вам дает, по-моему, где-то примерно 80 с чем-то процентов дополнительного урона противника, если вы попадете ему в голову. То есть я даже, скорее всего, про этот скилл поговорю в отдельном видео. Вот, я, собственно, его готовлю уже. Оно выйдет где-то примерно на следующей неделе. То есть либо в среду, либо в четверг. Посмотрим, как там выйдет. Вот, где мы про этот скилл с вами подробно поговорим. Сразу скажу, что этот скилл, он реально крутой. Он просто реально крутой, и думаю, что когда люди поймут, вот, как он работает реально, то он многим, думаю, что понравится. И, в общем-то, переходя в ветку призрака, здесь довольно все стандартно для обычного Додж билда. То есть ветки бесшумный убийца, мы качаем второе дыхание, про-версия и ниже пояса. То есть ниже пояса нам будут давать криты за наши низкие показатели скрытности. А, собственно, второе дыхание будет нам давать дополнительную скорость в виде 30% на 5 секунд, если нам будет сбивать броню. И также этот эффект будет передаваться на наших напарников. Вот, а ветки уже неуловимы, мы качаем пригнись прикройся, про-версия, глубокие карманы, про-версия, паркур, про-версия и подлый ублюдок, базовая версия. Итак, базовый ублюдок нам будет давать уклонение за счет нашей также низкой скрытности. Паркурчик нам будет давать дополнительную скорость в виде 10% и также ускоренный подъем по лестнице на 20%. А пригнись и прикройся нам будет давать дополнительную скорость в виде бега. Также этот бег будет гораздо быстрее восстанавливаться. И также у нас будет довольно нехилый шанс уклониться от вражеского огня, если мы будем бежать, либо находиться в приседе. Вот, и переходя в последнюю ветку, именно беглеца, в ветке Буян, я прокачал боевое искусство на базовую версию, потому что у меня остался один единственный скилл, и мне просто некуда было его сунуть. И я решил прокачать боевое искусство, чтобы получать от ближнего боя противников на 50% меньше урона. Ну вот, в общем-то, и все. Вот из таких скиллов состоит этот замечательный билд. И сразу я хочу сказать то, что этот билд, он не только вам помогает реально выживать на дефише, но также вашей команде, без которой вы, ну, по-любому не сможете пройти многие дефишные хайсты. Хотя с этим билдом я прошел довольно много дефишных хайстов абсолютно в соло, если можно считать то, что боты, с которыми я играл вот в одной комнате, проходя вот эти вот все хайсты, они где-то примерно через минуту 3-4
уже отсасывали и были в кастеде все это время. Так что я реально проходил все эти хайсты в соло. И давайте уже с вами перейдем к другим частям этого билда. Давайте же поговорим сейчас про перки, которые можно использовать с этим билдом. То есть ветки скиллов — это только основа. Это только всего лишь основа, где-то примерно 50% этого всего билда. То есть я сделал такой билд, чтобы он имел множество модификаций. То есть его можно было использовать с различными перками. А его можно использовать именно с сразу четырьмя перками. И думаю, что многие они у вас есть. И первый же перк, который я вам советую использовать с этим билдом, это грайндер. И многие, кстати, до сих пор считают, что люди, которые бегают с грайндером на дефише, помогают, тащат катку до последнего, тем более вот с такими вот командными билдами, они их считают тупыми баранами, которые просто не умеют играть и используют самые простые вещи. Так что если вам будут говорить с этим билдом, то что вы конченый рак и не умеете играть, при этом используете грайндер, отвечайте им вот так вот: сосите огромный член бульдозера. Потому что грайндер сейчас — это очень слабый перк, потому что он потерял свою главную возможность очень много восстанавливать хп. И сейчас я вам, честно говоря, могу сказать то, что экспрезидент будет гораздо лучше, чем грайндер. Так что не бойтесь использовать грайндер, это очень хороший и полезный способ, чтобы спокойно поиграть на дефише и затащить несколько каток. Также я вам советую с этим билдом использовать второй перк, а именно экспрезидент, как я уже говорил. Это будет гораздо лучше грайндера, сразу вам скажу почему. Во-первых, экспрезидент вам будет добавлять еще 10 единиц доджа, то есть у вас будет уже 25 единиц уклонения вместо 15, как с использованием, собственно, грайндера. Также у экспрезидента есть еще одно дополнительное свойство, которое выделяет его на фоне грайндера, а именно он дает вам еще дополнительное восстановление брони. То есть мало того, что у вас там и перки прокачаны, и костюм довольно быстро восстанавливается, так и с экспрезидентом он еще будет восстанавливаться быстрее. И тем более еще с перком меткий стрелок, если он сбивает броню, но у вас есть заряд хп, который вы можете себе восстановить. При первом же хедшоте броня будет сразу же мгновенно почти восстанавливаться, то есть у вас будет почти мгновенный резист хп. Так что брать с собой экспрезидента на ДВ я буду советовать только тогда, когда у вас будет реально тима. То есть для соло прохождения экспрезидента он, сразу вам скажу, такое не очень. Грайндер будет гораздо получше. То есть я забыл самую главную вещь сказать. Грайндер будет для этого билда очень даже в тему, когда вы играете в соло. То есть он вам поможет реально затащить любой ДВ в соло. Экспрезидент будет хорошим выбором для прохождения ДВ с тимой. То есть ваши тиммейты будут вам помогать как можно больше восстановить хп. Ну и думаю, что вы ответите им взаимностью, там пару раз поднимаете их, либо дадите им несколько аптечек. И также к этому билду есть еще парочка довольно неплохих перков, которые сможете использовать. А именно третий перк — аферист. И я могу сказать то, что этот перк, кстати, довольно забавно работает. Он вам дает дополнительную броню к маленькому бронежилету. Также он будет вам давать 30 единиц уклонения, что очень даже хорошо. Но этот перк, сразу скажу, не всем может понравиться, потому что он исключает возможность восстановления хп. Так что, если вас попадут, пробьют броню вашу, вам придется какое-то время лечиться с помощью ваших мини-аптечек. Но если в вашей тиме будет какой-нибудь маньяк, либо шулер, который будет вам восстанавливать также хп за счет того, что он будет поднимать патроны, вы будете жить с этим перком очень долго. Вот. И также последний перк, который я советую использовать с этим билдом, а это именно шпион. Шпион вам будет давать просто дикий додж. Еще лучше, чем аферист. Еще лучше, вам скажу. Вот. То есть вам уже тут нужно будет использовать привычный костюм двойка. Хотя можете брать, в принципе, маленький броник. Единственное, что у него будет 50 всего лишь единиц брони вместо 82, как у афериста. В общем-то, шпион будет давать такой же дикий додж, и он идет с исключением восстановления хп. Единственное отличие шпиона от афериста — то, что он дает еще на 10 единиц больше доджа, и он также дает вам какую-то вероятность пробития брони с помощью любого вашего оружия. Так что если вам понравится шпион, то можете спокойно брать его. Тоже довольно неплохой перк с этим билдом. Ну вот, в общем-то, и все. Я вам показал все доступные варианты, которые можно использовать с этим билдом. Какой вам больше перк понравился, тот вы и берите. Можете пока что какое-то время поиграть на оверкилле, попробовать, потестить, какой перк лучше вам будет использовать. Потому что все игроки по-разному играют. И кому-то может понравиться грайндер, кому-то, может быть, наоборот, экспрезидент понравится, потому что он играет будет с тимой, а не только в соло. А кому-то, возможно, понравится аферист, потому что там будет хоть какая-то, но реальная броня, тем более там будет додж больше гораздо, чем с грайндером и экспрезидентом. Вот, а кому-то, возможно, понравится шпион за то, что у него дикий додж, и также есть шанс пробить вражескую броню из любого оружия. Вот, а переходя уже к оружию, которое вы можете использовать с этим билдом, здесь также есть очень много различных вариантов. И
Как я уже говорил, выбирайте, что вам больше всего нравится. Я вам покажу всего лишь парочку сетов. Первый сет — это использование в качестве основного оружия гранатомета GL-40 с прокачкой пиратского обреза. Я вот так лично назвал. И чтобы вам его так прокачать, вам нужно поставить на него пиратский ствол, буст на скрытность, также спиленный приклад. И гранатомет у вас будет иметь 27 единиц скрытности, что очень даже, кстати, хорошо. И по дамагу он ничуть не отличается от того же самого Пиглета, либо Чайна Пафа. То есть он также будет дамажить очень сильно и убивать щитовиков буквально на выстрел. И также может убивать огромную толпу ментов тоже буквально за один выстрел. Вот единственный его минус — это то, что у него довольно маленький боезапас, всего лишь 6 снарядов. Но, кстати, к слову, хочу вам сказать то, что он, кстати, довольно неплохо поднимает патроны, то есть с одной либо двух пучек вы можете поднять до одного снаряда. То есть это, в принципе, даже очень даже хватает, потому что я его лично использую для убийства щитовиков, либо для стана бульдозеров. Это все, что от него требуется. Вот, и в качестве уже вторичного и также основного оружия, вот, я использую с этим билдом компакт 5, либо просто MP5, вот в такой вот довольно интересной, собственно, прокачке. И сейчас вам покажу небольшой кусочек видео, в котором я расскажу вам, как лучше всего стоит прокачать эту MP5 для прохождения дефиш хайстов. Вот, я не советую вам брать какие-то либо насадки на эту SMG-шку, так как они, в принципе, это неплохо выглядит на ней, то, что они дают неплохую точность, стабильность, урон, но они забирают взамен этого драгоценного скрытность, которая у нее и так не учится и много, так что ставить насадку я не шибко советую. В качестве буста я советую вам ставить точность, так как у нее и так очень слабая она, всего лишь там 36 единиц без этого буста. Вот, но в принципе, если вы поставите точность и вы будете стрелять из нее чаще всего с бедра, то у вас будет 52 либо 54 единицы точности, что очень даже хорошо. Вы можете просто тупо зажимать, не целясь, и убивать всех, кто вам мешает. Режим ставить я вам не советую, потому что он тупо будет не нужен. Авторежим вас будет забирать точность, которую и так не очень много. А ставить чисто одиночные выстрелы нет никакого смысла, потому что эта СМГшка, она должна в прямом смысле сырать патронами. В качестве цевья я здесь установил ниндзя, так как это единственное цевье, которое не забирает также скрытность и дает дикую прибавку стабильности. Целых 12 единиц, что очень даже круто. Но взамен она забирает подавление и также урон. Ну, уроном мы готовы поделиться, потому что мы и так будем вливать просто огромную кучу урона в наших противников. В качестве гаджета я поставил маленький лазер, который не отнимает, к счастью, никаких единиц скрытности, вот, и который, к сожалению, только идет из DLC. То есть вы можете поставить бесплатный вот этот вот лазер, но вам придется пожертвовать одной единицей скрытности. В качестве магазина я здесь поставил прямой магазин, который нам увеличивает урон плюс 4, но зато забирает стабильность. Я сразу говорю то, что в принципе вы можете не ставить этот мод, тем более если у вас его нету. Вот. Но если есть, то я вам советую его поставить, потому что 88 стабильности вам просто с головой хватит. Вы можете просто, как я уже говорил, с рук зажимать в толпу и убивать буквально всех. Вот. В качестве прицела я решил себе поставить небольшой маленький прицел, вот, так как мне не особо нравится цевьё этой самой СМГшки, оно вот так вот тут выглядит, и на средних и дальних дистанциях с него довольно неприятно стрелять, ну, лично мне неудобно, вот, я не знаю, мне почему-то вот такие вот прицелы не нравятся вот у стандартных СМГшек, так что я вам советую ставить вот такой вот маленький вот прицельчик, который, кстати, довольно неплохо выглядит в целом-то, довольно красиво. И уже в качестве приклада я советую ставить настраиваемый ПВ, который вам будет добавлять 3 единицы скрытности. В общем-то, эту СМГшку можно сделать еще более скрытной, еще более убойной. Но, в принципе, вот этот вариант вот такой самый более-менее оптимальный. И вот именно эту СМГшку я больше всего люблю использовать с этим билдом, так как она... так как самый главный ее также плюс, то что у нее боезапас 210 патронов, а с каждой кучки убитого противника вы будете поднимать от 6-7 патронов, что очень даже хорошо. Также для этого билда я сделал второй сет оружия, который выглядит примерно вот так вот. Вместо гранатомета мы берем лук. Единственное отличие этого лука от гранатомета GL-40, то что, во-первых, лук не поднимает стрелы, если он их будет довольно много тратить, и у него урон будет на примерно где-то 1.80 меньше, что, кстати, не очень даже хорошо. Но, в принципе, вы щитовиков должны убивать на выстрел, если вы их пометите, и если вам повезет, то пройдет крит. Также хочу отметить из плюсов этого лука то, что у него просто дикая скорострельность. Вы можете, как я уже говорил, просто срать в противников стрелами и при этом с помощью критов, либо просто их раскидывать по углам, чтобы они валялись и не могли встать. И уже в качестве вторичного я выбрал вот такой довольно интересный аппаратик в виде пистолета-пулемета Кобра. Вот так вот я прокачал. И я могу сказать вам то, что это гораздо будет лучше, наверное, с одной стороны, чем MP5.
Вот, даже вы можете сравнить просто тупо по характеристикам ее. Она будет гораздо-гораздо лучше. Единственное, чем она отличается, это двумя единицами скрытности. Но эти две единицы скрытности сразу компенсируются тем, что у нас у лука есть 31 единица. И как бы идет довольно неплохой замен. Вот и что стоит сказать про эту СМГшку, то что она реально прикольная, у нее гораздо лучше скорострельность, там патронов больше, обоймы лучше, и урон получше, и точность будет лучше. Короче, она будет гораздо-гораздо по статам лучше, чем МП5, но у нее есть довольно неприятный минус этой СМГшки. Все в ней хорошо, она очень хорошо дамажит, она полностью стабильна. То есть можно также тупо с рук стрелять по противникам, при этом попадать и убивать их всех. Но есть у нее один довольно неприятный минус, то что фарм патронов она гораздо меньше, чем МП5. То есть я лично замечал то, что она с кучки поднимает по 5, по 4, бывает и редко очень по 6 патронов. То есть патрончиков вы будете тратить с этой СМГшкой гораздо-гораздо больше, чем с МП5. Так что советовать братьям ее будут только тогда, когда у вас есть тима и человек с патронами. А так вы можете ее брать спокойно, и она просто будет убивать все, что движется. Такая маленькая, но такая убойная. И если переходя к ближнему бою, то тут, естественно, берите шокер. Вы так знаете, шокер это просто имбища. Если вот не шокер, то просто возьмите электрокастеты. Ничем будет не хуже. Даже будет с какой-то стороны, но получше. И в качестве уже метательного оружия я буду советовать брать с собой либо копья, либо топоры, либо сюрикены. Ни в коем случае я не буду советовать брать с собой камни, гранаты, молотовы, динамит, либо просто обычные гранаты. Берите что-то метательное. Даже можете взять, в принципе, пики туз, но они очень слабо дамажат на фоне тех же самых сюрикенов, либо топора с копьем. То есть, и вы сейчас можете подумать, для чего эти вообще топоры и копья нужны. Ну, во-первых, если у вас закончатся патроны, у вас есть, в принципе, неплохой шанс эти патроны восстановить, потому что копье это топор без разницы убивает любого противника при любом попадании в любую часть тела. Если брать бульдозера, то единственное, что вам нужно сделать, чтобы сваншотить его с помощью топора либо копья, вам нужно сбить его на бронезащиту, которая находится у него на лице, также снять при этом щитки, которые находятся за броней, и также разбить ему стекло. Вот. И после того, когда вы видите уже чисто лицо бульдозера, и если вы кинете в него туда копье либо топор, это просто его тупо убьет, просто его тупо сваншотит. Вот, и это просто круто. Вот, и на эту тему с вами поговорим уже в следующем видео, в котором будем обсуждать, как работает скилл хирургическая точность, как эти копья все работают, ну и многое другое. Мы, собственно, там поговорим про много чего. Думаю, что многим будет это интересно. Ну вот, в общем-то, и все то, что я хотел рассказать про этот билд. Он реально получился крутой, я очень-очень долго делал. Это, наверное, один из самых сложных билдов, который я старался сделать как можно лучше. То есть, точки моей опоры для создания этого билда были вот какие. Во-первых, мы сами не должны засадить на ДВ, а именно очень хорошо на нем выживать и также тащить, если наша тима сейчас слилась. Во-вторых, мы должны хоть как-то, ну, помогать нашей команде. Вот. Третье, то, что этот билд был бы доступен для многих пользователей. Вы сейчас уже сами увидели, он имеет кучу модификаций в виде перков, он имеет кучу сетов в качестве оружия, то есть даже вы можете... То есть вот эти два варианта, это не все варианты, которые можно с собой использовать. То есть вы можете прийти любую СМГшку и сделать ее под скрытность и, в принципе, бегать с ней довольно спокойно. Также этот билд я сделал таким, то чтобы каждый игрок, который хотел бы с ним побегать, мог подогнать его под себя. То есть подобрать перк, который ему больше всего нравится, подобрать оружие, которое ему больше всего нравится использовать, разобраться как бы с принципом еще работы этого билда, потому что он реально классно работает и просто тащит до фиши. Вот, ну и думаю, что, соответственно, я все довольно подробно и доступно рассказал, и думаю, что это вам понравилось. В общем, как-то вот так вот. Если у вас остались какие-то вопросы по этому билду, вы что-то не поняли, либо что-то вам непонятно было, то обязательно задавайте их в комментариях. Я вам постараюсь буквально самым доступным способом объяснить, если вам что-то было непонятно. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в нашу группу ВКонтакте и Стиме. А с вами был Хьюго, я желаю удачи и до скорого в новых видео. Еще увидимся. Всем пока-пока.